Друзья, всем привет! С вами Роман. Сегодня у меня небольшая прогулка по небольшому парку такому лесному, который находится в пригороде города Кройцинген, Швейцарии. Воскресный день, вечер, заняться нечем. На улице идет дождь, как вы видите, я стою под зонтиком. Поэтому решил немножко прогуляться. Кому интересно, оставайтесь со мной. Все дорожки засыпаны вот такой вот щебенкой, камешками. Камеру заливает водой, поэтому нужно идти под зонтиком. Такие вот указатели в парке. Хотя, в принципе, здесь заблудиться очень сложно, потому что таких больших лесов, как в России или на севере, здесь нету. Здесь все очень маленькое. С одной стороны зашел, через полкилометра уже где-то в другой деревне вышел. Даже нарисованы картинки, как можно тренироваться на вот этой вот штуке. Там уже стоят указатели.
пешеходный маршрут, направление. Thank you.
Друзья, ну вот и все. Я заканчиваю свою прогулку на сегодня. Надеюсь, что видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И я желаю вам всего хорошего, друзья.